Смотрите, какая чистая вода вообще. Водичка вообще прозрачная. О, здесь вообще классное место. Здесь как бы и волн-то нету. Видите, какая вода красивая. О, вот это вот шикарно здесь. Смотрите, весь, все побережье практически как на ладони. Гляньте, сколько рыбок плавает. Чистейшая просто вода. Там, видели, еще плавают рыбки. Да, однозначно это место стоит посетить. Здесь прям отдыхать вообще супер. Друзья, так, мы идем на завтрак. Давайте посмотрим, что у нас подают на завтраке. Так, ну здесь традиционно хлебушек. Смотрите, здесь рахат лукум. Салатики здесь сегодня. Завтраки мы вчера не снимали. Ну, сейчас покажу, тут еще утро. Рано, никого нету. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Кабачок жареный. Яйца, что-то есть какие-то разбитые. Сосисок моих сегодня нету, да? Которые мне вчера понравились. Ну, в принципе, там был вкусный этот самый. Подливка вкусная. Так, различные сладкие тут соусы. Ну, как сказать, не прям вау. Но всякие мюсли. Помидорки, огурцы. Здесь у нас что, тоже оливки, а-ля колбаса, творожный сыр. Что тут еще есть? Здесь тоже сыры. А там, наверное, жарят яичницу. Ну ладно. Доброе утро. Будем набирать сейчас себе что-нибудь. Тут еще не пожарили. Сейчас будут еще жарить. Ну, пока вот такое вот у нас утро. Итак, друзья, набрали мы себе на завтрак. Давайте покажу, что у нас есть. Так, это я взял, в общем, колбаска. Это жареный кабачок с помидоркой. Ну, это сыры, тут два вида. Это с зеленью какой-то, это обычный. Взял кусочек. Это что, Оксана взяла? Лукум. У Оксаны что тут? Ну, даже колбаска, сырок. Колбаса, сыр. Немножко зеленушки. И салатика, яичница. Яичница. Ну, яичница, да, он ее, конечно. Я тоже вот взял яичницу. Зеленушки, хлебушка. Оксана набрала хлеба, я там не видел. Там мы взяли айранчик. Ну и, соответственно, кофе, капучино. Вот. Ну, в общем, тут вот так вот можно посидеть. Выбирайте, какой вам нравится. Стол мы выбрали вот на солнышке. Мало нам солнышко. Да, нам солнышко мало. На самом деле просто неохота сидеть там под козырьком. Хочется сидеть на солнышке. Вот на сидит солнышко, ты сидишь, кайфуешь. На самом деле на улице, на отдыхе. Вот. Загораешь, да, еще. Маленечко, да. Принимаешь солнечные ванны. Ну ладно. Вот такие, в общем, завтраки. Что вы думаете по поводу завтраков в отеле Анита? Напишите в комментариях. Так, друзья, покушали, все попробовали. Ну, еще не покушали, но все попробовали. В общем, что, в принципе, завтраки есть можно. Омлетик нормальный. Жареные помидорки с кабачком тоже вкусные. Ну, сосиски традиционно. Сосиска, колбаса, это везде. А-ля сосиски, а-ля колбаса. Ну, в принципе, голодными не останетесь, так что нормально. Мы ожидали худшего на самом деле, потому что писали, что там то не нравится, это не нравится. В общем-то, вполне все
нас устраивает. Ну, на троечку, да, на троечку. Не скажу, что прям вау. В Африке практически везде стандартные. Ну да. Где-то, может, чуть больше. Яйца, кстати, там были, вы видели, я их просто не брал. Ну, вареные. Так что вот так вот. Да, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Но, в принципе, все одно. Так, пришли на пляж, решили зайти с пляжа Ланкоры. Давайте покажу вам атмосферу, обстановочку на пляже сегодня. Ну, как бы людей уже много. О, сегодня горы видны прям. Прям вообще не в облаках. Красота. Бар. Но этот бар был платный всегда. Ой, море сегодня прекрасное. Вся ветра нет, волн нету. Красота. Ой, сегодня горы видно. Смотрите, какая красота. Сейчас вам покажу. Смотрите, какие горы. Кстати, здесь, по-моему, береговая линия стала меньше. Береговая линия стала меньше. По-моему, раньше было больше. Ну вот, смотрите, сколько уже людей. Сегодня у нас 21 сентября. Время где-то 9 часов утра. Ну, тут людей очень много. Полно. Вот так вот бархатный сезон в Турции, друзья. Кемери. Тучка, солнышко спряталось немножко. Так, здесь у нас уже, наверное, начинается общественный пляж, да? Ну что, где будем? Дальше пойдем. Может быть, к воде. Сегодня, друзья, хотим с вами поделиться одной очень важной новостью по поводу карт. Какие карты работают в Турции? Мы столкнулись с этой проблемой, так как мы сюда приехали с картой Тинькофф платежной системы Маэстро. Так вот, платежная система Маэстро на Тинькове не работает. Вчера тоже в магазине женщина пыталась расплатиться банковской картой Сбербанка с платежной системой МИР. Сбербанк здесь не работает вообще, друзья. Поэтому будьте внимательны. Мы рекомендуем вам карту Тинькофф Black платежной системы МИР. Ссылочка на эту карту, как ее заказать, как ее приобрести, находится у нас в описании. Поэтому переходите по ссылочке, заказывайте карту как можно скорее, если вы собираетесь на отдых в Турцию или в какую-то другую страну. Ну, в основном, я думаю, она в Турции работает. Обязательно обращайте внимание, платежная система МИР, только она здесь работает в 95% случаев, потому что мы уже тут с многими людьми общались, карты Альфа-банк платежной системы МИР, Россельхозбанк МИР работают 50 на 50, когда где-то работают, где-то нет, где-то их не принимают, а вот платежная система МИР банка Тинькофф работает в 95% случаев. Поэтому еще раз повторю, друзья, ссылочка на приобретение карты Тинькофф Black находится у нас в описании под видео. Переходите, заказывайте карту.
еще от себя хотели бы порекомендовать вам, если вдруг вы оказались в такой ситуации, как мы, и ваша карта не выдает вам денег в банкомате. Как мы выходили из ситуации? Мы подходили к банкомату, находили своих соотечественников, просили их снять, ну, какую-то сумму, допустим, там 1000 лир, а мы по курсу переводили эти деньги им тут же на телефон. Вот поэтому такой вот лайфхак для вас. Вот, если вам эта информация помогла, видео оказалось полезным, поддержите его лайком, комментарием. Дорогие друзья, пойдемте немножко прогуляемся по пляжу. Сейчас вам покажу одно очень классное место, где можно здорово покупаться, вообще позагорать. Об этом месте как-то мало кто знает. Сейчас вам покажу. Сегодня, кстати, немножко такой ветерочек и какое-то море грязноватое. Вот какое-то мелкая какая-то, блин, пыль, крошки какие-то непонятные. Вот, мы сейчас с вами прогуляемся. Кстати, здесь-то, по-моему, и нету этой грязи. Мы-то вчера выбирали здесь. Ну, смотрите, вот это вот и получается у нас общественный пляж. Ну, то бишь, общий пляж, не отельный. Кстати, здесь вода почище, чем мы. Сейчас там отдыхаем. Вот смотрите, какая чистая вода вообще. Водичка вообще прозрачная. А там немножко какая-то муть была. Я не знаю, с чем это связано. Смотрите, какие горы красивые. Сегодня опять они почему-то в облаках. Я все хочу поймать их, когда нет облаков. Может быть, надо пораньше утром прийти. Да, здорово. Людей на самом деле очень много. Очень много людей. Вот вы можете сами видеть, сколько в ту сторону я вам показывал. Здесь, конечно, чуть поменьше, посвободнее. Но мы сейчас с вами идем вот на этот пирс. Не пирс, скажем так, понтон. Посмотрим, что там возле него. Эти вот очень удобно вот такие вот мостики. Заходить в воду тем, кто без коралловых тапочек и уже ноги устали от камней. Так, а это у нас пляж отеля Turkish Imperial. Видите, здесь как свободно, да? Вообще никого нету практически по сравнению с тем количеством шезлонгов, какое здесь есть. Ну, посмотрим. Можем ли мы здесь сейчас? А, ну вот здесь вот вообще, смотрите, как уютненько. Даже здесь можно побалдеть. О, здесь вообще классное место. Здесь как бы и волн-то нету. Видите, какая вода красивая. В эту сторону. О, вот это вот шикарно здесь. Смотрите, весь, все побережье практически как на ладони. Ой, сколько рыбок. Гляньте, сколько рыбок плавает. Всяких разных. Запрещеночка. Вкусная точка. Не знаю, мне это название не нравится. Как вам название «Вкусная точка»? Лучше бы просто назвали хотя бы «Вкусная точка». Что-нибудь в этом роде. Смотрите, какие здесь красивые лежаки сделаны. Пойдемте, подойдем туда. О, вот здесь вообще классно. Слушай-ка, здесь вообще интересно купаться. Здесь вообще нету людей. Здесь чистейшая вода. Надо нам, наверное, сюда прийти в следующий раз. После обеда, например.
Смотрите, какая прелесть. Чистейшая просто вода. Там, видели, еще плавают рыбки. Да, однозначно это место стоит посетить. Здесь прям отдыхать вообще супер. Если вам надоело это валяться там вот, где кишит просто пляж отдыхающими. Ну, я думаю, сюда вообще здесь прям достаточно уединенное местечко. Особенно вот здесь вот, ну, практически никого нет. Единственное, может быть, здесь будут гонять, если ты не с этого отеля, как бы. Но здесь как бы людей вообще мало купается, поэтому я думаю, здесь никто не будет против. Напомню, друзья, отдыхаем мы в Кемере. Сегодня у нас 21 сентября 2022 года. Вот такая вот красота здесь. Красота просто. Вот здесь вот даже есть такой мостик. С этого мостика можно вообще в воду попрыгать. Да, однозначно. Я сюда приду с Ксюхой. Мы здесь попрыгаем. Смотрите. Класс. Там мостик, мой лесенка. Можно подняться. Несмотря на то, что прям рядышком порт, вода вообще чистейшая. И здесь, кстати, реально волн даже таких сильных нету. Здесь вообще почилить прям на расслабоне классно. Ну, смотрите, друзья, какой здесь пляж у этого отеля Turkish Imperial. Вот. Здесь даже у них песочек. Цветочки вот такие вот. Красота. Красота. Здесь сцена. Ну, что-то, видимо, никто здесь не выступает как-то. Здесь все разбито, не знаю. Есть ли там кто-то? Такая вот изгородь живая. Это сам проход к пляжу. Ну, здорово, здорово. Мы снимали обзор про этот отель. Он у меня есть на канале, так что ссылочка будет в описании. Заходите, смотрите. А также я сейчас приеду, посмотрю, сколько сюда стоит тур. Ссылочку в описании тоже сделаю. Так что кому интересен этот отель Turkish Imperial, там вот наверху есть ресторанчик. Мы сегодня планируем там пообедать. Он находится прямо вот напротив запрещеночки. Вкусная точка. Вот, смотрите. Порт, гавань. Кому как нравится. Смотрите, какая красота. Сколько здесь яхточек стоит. Я только что-то не вижу, чтобы эти яхты вот эти вот все выходили в море. Как-то очень-очень мало их выходит в море. Вот это место на самом деле рекомендуем. Куалиста. Ресторанчик шикарный. Давайте покажу, что тут по ценам есть. Смотрите, тут все меню на русском языке. Омлет с сыром 82. Суп томатный 73. Борщ даже есть. Суп из морепродуктов. Ну, салаты, смотрите, салат Цезарь 120-119 лир, закуски, турецкие закуски, жареный сыр, спринг-роллы, сырная тарелка, жареные мидии, кальмары, креветки 79, бургеры. Вот кому что интересно, вот смотрите, морепродукты, лосось на гриле, скино, кальмар на гриле, креветки на гриле, осьминог на гриле 398 лир. Дорадо, морской сибас, дорадо 198 лир, морской сибас 68, красный морской окунь 84 лиры. Ну, в общем, королевские креветки за 100 грамм 202 лиры. Что у нас здесь? Запеканка из курицы, османская запеканка 218 лир. В общем, если что, на паузу нажмете, цены посмотрите. Вот. Блюдо на гриле. Паста тут немножко уже стерлась. Мы вчера здесь, в этом ресторанчике, посидели по коктейльчику. Ну, вы видели. Очень-очень здесь здорово. Особенно вечером. Музыка такая приятная, атмосфера. Напоминаю, ресторан Куалиста. Кому у них не хватает, все включено. Можно сюда прийти, как бы немножечко разнообразить свой рацион. Друзья, мы, в общем, сейчас пришли к ресторану Куалиста.
Сейчас хотим подключиться из Wi-Fi, посидеть немножко в интернете. Уалисты находятся прямо в самом порту. Смотри, какая рыбка здесь интересная. Такая прям. Из этих сделанная. Из деревьев, которые в воде. Из топляка. Такая прям рыбка. А вон сам ресторан Куалиста. Сейчас подойдем. Попробуем словить Wi-Fi. Пароль там 1-1-2-2-3-3-4-4. Друзья, мы пришли в ресторан Куалиста, про который я вам говорил. Заказали вот такие коктейльчики. У Оксаны пинаколада, а у меня просто клубника. Вот так вот сидим, отдыхаем. Такая прекрасная атмосфера, играет музычка. Вообще, конечно, здорово. Оксана тут фотосессию устроила. Так, вот он, этот отель Turkish Imperial. Да, смотрите, какой здесь отстроили парк еще раз. Мы не снимали. Есть крылышки. Ангела. Кемер. Здесь вот так вот красиво. Ближе к вечеру здесь, конечно, толпа людей, не сфотографируешь. А сейчас вот можно прогуляться, посмотреть. Так, пойду куплю какое-нибудь мороженое к Сюньке. Вот сегодня мы идем обедать в наш грузинский ресторан любимый. Геноцвали называется. Так, а где тут... О, корабли из порта выходят. Взять мороженое. Где-то я вчера видел мороженое. Смотрите, какие сердечки. Красиво сделали, согласитесь. Здорово смотрится. Где я мороженое видел вчера? А, вот здесь, кажется. Сейчас пойду что-нибудь. Ох, корабли вышли из порта. Вот здесь я видел вчера мороженое. Пойдемте посмотрим, что здесь заморожено. Возьмем что-нибудь. Отсвечивать здесь не надо, ведь не видно. Так, взял два мороженого, 20 лир. Побежал к Сюхе, пока она не растаяла. С мороженым. Ну, конечно, оно течет просто вообще. Вот это вкусное. Каким-то орешком. Я ванильное. Что скажешь? Попробую вот это. Холодно. Ну, ты его облизывай. Вкусное. Очень удобно, кстати, на пляже есть такие передевалки. Здесь женская, чуть дальше там мужская, и передевалки, и душ здесь есть, как бы. То есть можно скупался, сразу пошел обмылся, и нормально, чтобы в соли не ходить. Вот сейчас немножко в тенечек отойду. Ну да, сегодня что-то вообще горы прям опять все в облаках.
Да. Ну, людей много. Сейчас уже, кстати, вот обед, солнце, ну, уже где? Начинает немножко народ разбегаться уже, потому что уже немножко жарко. Вот, поэтому и мы пойдем как раз. Так, решили зайти попробовать сока гранатового взять. Так, что тут есть? Смотрите, апельсиновый, большой, маленький, 25-40 лир. Грейпфрутовых нету, гранатовый, маленький, 40, большой, 60 лир. Яблоко, морковь, ананас, манго. О, кстати, еще можно манго попробовать. О, есть всякие миксы, кстати. Грейпфрут, апельсин, апельсин, морковь, апельсин, яблоко, морковь, яблоко, апельсин, манго, апельсин, клубника. О, кстати. Ну, что только цена, тут 150 лир. Как-то так не бюджетно. Если в Алании, там гораздо было бюджетнее. Витаминчиков надо, надо заправиться витаминчиками. Сдовуху будем? Ну-ка, давай попробуй, как. А, бодрящий? Огонь. Просто огонь. Спасибо. О. Так, вышли на улицу Лиман. Направляемся к нашему отелю. Ой, днем как жарко сегодня вообще. О, друзья, смотрите, тот вчерашний ресторан, где вчера прям такая туся была. Давайте посмотрим, что здесь по ценам. Вот это такое достаточно колоритное местечко. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Английский. Такое меню, гляньте-ка, интересное. Французский. Сейчас найдем русский. О, ну вот, смотрите. Не знаю, конечно, насколько актуальные цены. Завтрак, суп дня. Омлет 79 лир. Салат из говядины. Зелень, говядина, лук 139 лир. Турецкая кухня, османский кебаб 239, анфора кебаб 259, шашлык из баранины 269, что тут у нас стейки, обычный стейк, стейк с перцем, ну, цены 279, 299, ну, в общем, стейки по 300. Стейк капитан Морган, кальмар, мидии, креветки, чеснок, ром, сливочный соус 350 лир. 349, но округлим уже. Мясные запеканки. Ну, в общем, кому интересно, нажмет на паузу, посмотрит цены более внимательно. О, да, кстати, там может быть и есть какие-то вкусные соки. Мы просто ходим, и здесь нет такой атомной станции, как в Алании. Смотри, какое прикольное, конечно, место вообще. Здесь диджей такой прям, смотрите, какие стулья прям, смотрите. Интересные.